месте. И смотри. Так. Ну небольшой, но он дергается. Видишь, это тоже как зацеп. Ну, грубо можно сказать, уже 15 точно есть, не? Ну не, может и меньше. Но гуляет. Опаньки. Опа, дерево, уходи как-нибудь. Уходим. Смотри, вот одно место, да? Ну в этом месте, они, наверное, как... Яма, блядь. Или тут их... Думаю, что он подойдет. Может, бар тут местный, да, у них? Подходит под деревом. Сука, как-нибудь. Стоп. Осторожно. О, блядь. Здесь под деревом. Бар у них тут. Надо их поджать чуть. Посильнее. Наклокотал себе, да? Ну, а сколько? Полчаса поклокотали. Ну это в тот раз мне наклокотал, в этот раз себе. Это поменьше, это, думаю, килограмм 15 больше не будет. Но хотя гуляет, это хорошо. Видишь, как он лезет сюда. О, блядь, о, пошел. Только, не уходи так далеко, Коль, не уходи. Держи вот так, чтобы я... Мне ломать будет надо их. Если не уйдет он отсюда. А что ты уйдешь подальше, так он только больше. Коль, плохо, вернись туда вот к этим веткам. Ну как, надо их. Если, ну занесет так, не, вот он, как я из-под веток вытащу? Так знаю, но больше бы здесь у нас. И только одна возможность. Коль, отпустили мы его. Сейчас отсюда. Все там достать нереально. Смотрим, куда сколько здесь держится. На что? Все, он свободен. Работало? Сейчас смотрим. Смотрим. Попробуй этот. Блин, он уходит далеко. Именно где он есть. Я подниму вот эти. Если сумею поднять эту всю херню, я обрежу. Вот здесь, недалеко. Ну, блядь, он как... Конечно, зарез, но если тростники, так выйдет. Есть возможность, если какая-то другая... Осторожно, отпускай. Где-то вот тут он стоит. Уже и леску накрутил насколько. Ты вижу, я зацеп чувствую. Уже к зацепу ближе подходит. Вот. По-другому не выходит, только с рукой. Потому что со спиннингом я боюсь, что зацепится. Поднять мне вот эту херню всю. Вот отсюда уйти. Вот он. О, я сама видел уже. Хорошо. Все. Может зацеп просто есть еще где-то, не? По-моему, сейчас не знаю. Я не вижу, но сама уже видел. Видел, я сама тоже видел. Может где-то под одним каким... О, видишь, как он ходит, типа, ну... Может есть? За одним каким еще... Один есть. Сейчас, по-моему, он уйдет. Это не вот за один, как это херновином. Мне вот эту херновину только поднять и обрезать ее. Видишь, где он? Мы дотащим его до этой хреновины. Аж треск. Не уставлять с руками вот. Не могу я его. Видишь, есть? Он поднимается. Я вижу я его. Сама я вижу, но он где-то под одним только под вот одним этот. Зацепом какой-то стоит, но. Да? Но это, по-моему, если он уже. Далеко не уходит. Может мы его сумеем. Он устанет быстро. Мне этот найти вот этот зацеп. Где? Почему? Если там что шевелится. И то получается, что с руками тащу, не со спиннингом. Сложно этот. Клок. Замгни. И клок не сломай.
Его сюда. Так, бери, спини туда. Попробуй еще на. Сейчас утащит нас туда. Ну нет, он уже закрутил нормально так, что не оборвет. То есть нам обрывать, если мы не обрежем, не найдем, где он зацеп. Перчатки я одел. Вот он стоит, вот туда стоит. Вот. Я знаю, вижу. Как-нибудь поднять вот это. То, на что он стоит. Вот он. Выбух здесь. Ушел. Уходит, ушел, Коль. Не. Вот это он. Ну, 2 метра. Глубины-то здесь нету. О, крюка не взяли. Была бы стрела, когда он показался. Давно взяли. Я тоже, это не вариант. Надо нам. Надо нам. Чувствуешь, не чувствуешь его? Зацеп. То подтягивает, то отпускает. Подожди, попробуй как-нибудь. Никак я не могу его поднять. Вот это как-нибудь хоть поднялось. Вот я его дотягиваю. Но это мертвый. И мертво. О. Еще его поднимаю. Вот. Вот. С веткой поднимаю. Да, но зацеп мертвый. Вот он. Я сама вижу. Это мне как его зацепить? Не стрелой бы проткнул. Сейчас хвост. А голову? Голову не, голова не доходит, там до головы еще метр больше. И мертвая. Стремен этих нету, чтобы только бух, в него и зацепить. Не вижу как. Как мне ее обрезать? Не понимаю, все где же. Если бы видел, что можно резать, как не доставать. Искупаться, что ли? Он пускает свои вишати. Блядь, искупаться? Ну, а смысл искупаться? Ну, так я нырну, отцеплю. Если отцепишь, а если там дерево? Ну, так дерево-то все равно отцеплю. Только холода. Холодная вода, блядь. Не в костюме. Так, наблюдаем. Наблюдаем. Остановить невозможно, глубина, да? Так, пропал нас. Пропал нас. Глубина, не? Нож есть. Видок, это нож. Нож? Да, это перемет, смотри. За веревку зацепился. Момент. Ну иди, у меня там есть. Карбай, дай мне эту пилу. Пили вот это. Ну сейчас. Все, сводит ноги. Где? Так, за шнур какой-то был зацеплен? Да, за веревку какую-то. Так, стоп. Стоп. Наливай лучше. Сейчас, минутку. На, дай мне. А потом. Накинь вот это. Видишь, за веревку. Был кусок веревки. Он под ней пошел. Видишь? А сейчас уже мы плывем, давай. Так, держись. Ой. Так, моментик. Так, ныряльщика надо снабдить горючим. Давай сюда. Так, первая серия, начинается вторая. Уходи в сторону кустов. Вот ты говоришь маленький, ни хрена себе маленький. Десятка больше. Бля, молча, не ругаясь. Горил 10-15 килограмм. Не, эта десятка будет конкретно больше. О, так убираем мы все сундуки. Но до 30-ки он. Есть. Без зацепа. Да и фу, тоже это. Коль, деревья опять. Куда отсюда?
Беда. Уже на пределе держишь. Беру. Так, эту все убираем отсюда. Моя одежда, потом я оденусь. Потом оденусь. А видишь, нырнул. А не нырнул бы, хрен я с этого. И не взял бы так клок сюда. Да, не пускай, ты в той, держи с той стороны. Здесь, горишь 10-15, тут 30-ка вся. 30-ка. Больше нужно. Так. В этом месте, в этом ну, сейчас мы его. Так, начинаем что-то смотреть. Так. Показываемся. Весело, уставший, запутанный, заморенный. Как рыбаки, так и хищник наш. Ну, бля, смотри. А говорю, под 40 даже. 10 да? килограмм, говорю. Под 40 даже, смотри. 40, обрай, будет. Выхая морда. Говорил, под 10 больше килограмм. Больше. Может даже 40, может быть. Ну, может и 30. Не, босс, ты смотри. Так, морду. Конкретно. Чтобы были перчатки. Так, нажми. Все обольет маленько так. А шнур был зацеплен за что-то да. Тоже такое. Шнуры, я по шнурам пошел. Закрутил. Но видишь, его зацеп и утомил как, что он не мог даже гонять по 50-100 метров на зацепе. Ай, красотуля. А искупался так. Сезон кто у нас первый в этом году открыл? Я уже думал нырять на себя. Месье Вазгелович. И вон, видишь, так сидит, конкретно сидит его. Нет, так уже все. Он же, его место уже здесь. Большой. Так, возьми. Все, еще стой. Руку не порежу. А горит 10. О, бляха. Горит 10 килограмм. Бляшки. Это больше 40-ки. Так, стоп. Он даже под 50-ку может. Вот там зацеп. Подожди, Виктор, у меня вот тут вот где-то. Так он уже вот. Перекрут. Не-не, у меня перекрут. Я не могу отпустить. Это под 50 килограмм, смотри. Ого. Говорит, 10-15. Забрось хвост, не? Опа, 50-ка. Опаньки, знаешь, 50... вот тут мы его и видим. 50, это не 10, это 50-ка. Вот красотуля, а говорит, 10-15 киль. Не зря? Так, поздравляю.